Чувашии изменится оператор региональных авиаперевозок. Лицензию авиакомпании «Татарстан» аннулировали, и она переводит свои самолеты на баланс другого авиаперевозчика. Им станет также татарская авиакомпания «Акбарс Аэро». Среди пассажиров появились опасения, что перелеты из Чебоксар в Москву, Самару и Уфу могут прекратиться. Наша съемочная группа узнавала, какова судьба программы региональных авиаперевозок. Изменений в расписании и отмене рейсов нет. По-прежнему будут ежедневные вылеты в Москву. Единственным изменением является смена оператора авиаперевозок. Но и это не повлияет на рейсы в столицу России и другие регионы. В Москву можно улететь ежедневно утром. Рейсы в Самару будут по-прежнему 4 раза в неделю, в Уфу – 3 раза. Таким образом, до 31 декабря никаких неожиданностей с полетами быть не должно. То есть расписание на этот год до 31 декабря, никаких сведений у нас нет, документальных подтверждений об изменении нет. Также все в плане, в штатном режиме осуществляются все рейсы по данным направлениям. В Минтрансе Чувашии сообщили, что на обеспечение доступности региональных перевозок республиканским бюджетом предусмотрены средства в размере 1 миллиона рублей. Михаил Дементьев, Андрей Шоклев, Республика.